Дорогие друзья, всем огромный привет! На Калининградскую область опять обрушиваются очередные циклоны. На этот раз очень мощный циклон. На балансе этого циклона уже 20 поваленных деревьев в Калининграде, 6 автомобилей. Самым мощным циклоном в эту зиму. Едем. Самый пик этого циклона будет опять в Балтийске ровно в 15 часов. Поехали! Чувствуем на своей машине уже эти порывы ветра, они уже чувствуются, такие усиленные. Мы с вами находимся в этом месте, вот, чтобы вы более-менее представили, я увеличу. Вот, мы подъехали в город Балтийск и находимся вот в этом местечке. Идем смотреть. Друзья, ветер очень сильный, потому что мы находимся здесь, это пик этого циклона, 27 метров в секунду, может быть и больше даже. Очень огромные волны, и если я спрятался за такую каменный фундамент Елизаветы, находится на коне таком большом, а там дует очень сильный циклон. Я попробую сейчас выйти, и вы увидите, как это все. Невозможно стоять, ребята. Какой-то маленький песочек, видите, дождь, все вместе. Вау, это очень сильно, ребят. Это сильнее, чем Надя. Несмотря на эти ураганы, начали появляться вот такие вербочки. Посмотрите, пожалуйста. Становится уже прохладненько, надо уходить, потому что уже становится некомфортно. Ветер усиливается, пальцы просто становятся... Не мы, они просто не имеют от холода, посмотрите. Поэтому я уже убегаю с центра циклона.